В Томской области стартует обсуждение новой территориальной схемы обращения с отходами. Региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды разработал и согласовал с российским экологическим оператором проект внесения изменений в территориальную схему обращения с отходами. Общественное обсуждение корректировки территориальной схемы продлится до 23 ноября 2020 года. Проект размещен на сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Документ предусматривает оптимизацию потоков твердых коммунальных отходов за счет создания новых объектов обработки и утилизации, минимизацию процесса захоронения отходов на полигонах и сокращение зон деятельности региональных операторов с 8 до 2. Изменения в территориальную схему обращения с отходами планируется внести в рамках пилотного проекта по созданию комплексной системы обращения с ТКО по принципу экономики замкнутого цикла, к которому Томская область присоединилась в этом году. По заключению экспертов, финансово-экономическая модель, действующая в Томской области территориальной схемы, убыточна. Исполняющий обязанности начальника областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Кривов подчеркнул, цитата, «Корректировка территориальной схемы станет первым шагом создания комплексной системы обращения с ТКО по принципу экономики замкнутого цикла. Затем предстоит внедрить раздельное накопление отходов, привести региональную программу в сфере обращения с ТКО в соответствие с действующим законодательством и территориальной схемой, создать объекты обработки и утилизации отходов». Замечания и предложения принимаются до 9 ноября в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области по адресу город Томск, проспект Кирова, 14, или по электронной почте, адрес которой представлен на ваших экранах. Предложения принимаются в письменном виде или на электронном носителе.